просто идеальный нахуй. А что, на красном кто-то стоял? Никто не стоял. Все три красные взорвали. Сколько вы убили в итоге? 6 боссов. Без профа, да. Ну, проф, на нем стали люди вылетать просто из игры уже вообще жестко. Ну, прям вылетает. Кукла прям. Боксирус, самый лучший. Ну, прикинь, он кидает пельмени первый раз, просто на вторую фазу перевели, кидает пельмени, и тут же три человека вылетают сразу. И тут же всех крашит нахуй. И крашит, да. Нет, ты мне скажи другое. Как вы за... Сколько? За 2 часа, чи даже больше, 4 боссов убили? Это как? Ну, давай посчитаем. Мы смотри, на леди. На леди упали раз 5. Раз 5, да, там люди вылетали. Не, тоже на кораблях один вайп. Я еще раз говорю, как вы умудрились за оставшиеся 2 часа убить 4 боссов? Ну, смотри, когда считай, я ушел после считай, леди. вайп на корабле. Да, на корабле. Это полчаса, короче, пока вылетали, пока заходили, поссали, посрали. Потом войд побежал после орка за квестом на палку, и мы его ждали без лока минут 15. Мы еще войда, блядь, ждали перед гнилом. Нет, там не 15, там 5 минут всего лишь. Да? 5 минут. Мы ждали потом еще. Потом еще кто-то убежал, и мы так, знаешь, без лока стояли. Еще заходил этот, кто он? Хапал и тоже потом, пешком бежал. Потом Витя с Пасифеей пришли, блядь, мы их на противник. Их еще ждали. Ждали, да, вот. Ну, Тухлого Гнилого убили нормально, там, потому что, ну, автоатакой можно бить, ну, и убивается босс. Я бы не сказал, что мы Гнилого нормально убили, мы его еле... Мы были на грани вайпа, нахуй, на Гнилом, блядь, так что... Не, ну это я же на ДЦ зашел, спас рейд, просто кинул зум. Нормально все там было, я не знаю. Нормально. В РНЖ стоял, ЛПшки кидал. Если бы ты видел, что в РДД происходило, нахуй... Я видел. Вот в Ватиконе. Я был в РДД. Если ты видел, что бы в РДД происходило, ты бы заплакал бы, нахуй. Ну, лучше... Ну, да я все видел, но лучше бы, конечно, собой... Ну да, сова меня, конечно, убила. Из лужи выбегает через центр, через босса, блядь. Здорово, что там место есть у вас еще? Еще дохуя. К сожалению. Ну, она профе... Ну, она профе, соответственно, там... Просто кукла такая стоит на месте, не пьет ничего. Ну, а что такое? А, вылетел. Ну и все, короче. Ну и по КД так 5 трая, короче. Ну, а потом уже полчаса до концерта и осталось. Красиво, короче. Хорошо время провели. Не стали мучиться. Да, ну, вообще такое бывало. Типа и на циркуле бывало. Всякие вот эти вот... Хорошо время провели в РСке. Ну, за один день еще ни разу столько красных, по-моему, не взрывали. Не, давай за красные слизи мы ничего говорить не будем. Люди их не видят. Знаешь, это вот есть как, короче... Про апексеров есть фишка, что апексер не видит неподвижные цели, нахуй. Только вот у людей в Варкрафте они не видят движущие цели, вот. Это вот... О, мне, короче, пишет Вар с ником Каджару. Бро, пухиль, каражан, пожилсты, 1000 дам. Ласт слот, пати, собрано, 30 минут, 9 рублей. Пацаны, дальше без меня. Коммерция, блядь. Ну все, нахуй этот рейд. Ладно, хорошо вам целка. Рома пошел хилить кару, блядь. Так у него нету ДЦ. Как он будет хилить кару? У меня 4-5 хулитан с волонером. Как ты заменил ДЦ? У тебя 4-5? Ой, 4-4, блядь. Сука. Извиняюсь. Так и сделал, так хочу. Нихуя ты, блядь. Сумки спрятал, да? Договорочка подписался. Слышите, он сейчас только что чуть не подписался. На вечный хапал называется. Не-не-не-не-не-не-не. Рома, и так 3 куска. Еще один и пиздоромный. А какой у него последний кусок остался? Голова. Не, голова не может. А, там вот мы 4 круска, которые выбиваем. Ноги, да? Я захилю 25, 20-10, вообще как нихуя делать. Да, там больше захила будет. Кстати, да, 20-10, 25, там больше захила. У меня хотя бы бусты будут хорошие. А он уже состоит в группе. А я не вижу. Бля, у меня какой-то, короче, лагалово. Жестко. Да лагает. У него висит. Глеб, его КД висит. А ты точно на этом КД хочешь штаны забрать? Да. Станет мне. Ну так у него ластовый кусок. Ну, у меня ластовый кусок. У меня большой. Ну это понятно. Я про пинг. Пинг, ну дохуя, кстати, задержки. 820. Пинфой. 4800. Мне кажется, с такими лагами и всей хуйней можно чисто отдых до, блядь, next КД делать.
чтобы не расстраиваться каждый день. Кстати, Авелания, ты же завтра будешь? Да, да. Буду. Нет, ты пойдешь в резку и будешь вайпаться 3 часа, нахуй. Авелания, ты завтра обязан быть. Да я буду завтра, буду. А завтра что у нас вообще? ЗС, сока. Воскресенье. А завтра я буду. Это хорошо. В понедельник буду, вторник буду, среду буду. Вот, я думаю, вот в понедельник будет без слаков. Там у льда, ну там же не должны слакать, правильно? А ты хорошо пошутил, я тебе отвечаю. Или все равно я кью в минус, нахуй. Где там друид инвалид, там чё? Здесь же вроде суббота. Не, стелси, баловать нельзя. Привыкнем. А то рассосало уже, ну. Побалую, группа накину. Кого баловать? Кому сосал. Кому сосал? Это неплохо. Тритон не играет. Кто там ещё? И троллды вообще исчезли с радаров. Просто исчезли. Месяца два их не важно. За Эй и Тролды, я тебе сказал, они либо ник сменили, уже куда-то съебались, либо вообще удалили. Я их по базе не нашел даже. Я с похожим ником видел шамана. Эй, я как-то... А, я тоже далее. Видел, но это не, это не наш. Это не наш, да? Не-не-не. Это мой Кент, не надо трогать. Твой Кент? А чё он тогда не с нами? Ну, потому что он, по-моему, ветер дует, и я буду, блядь, насколько я помню. У него гильдия. Ветер дует, и давай сюда слезал Галлона, наступай, ебаный рот. Я его сразу открестил от этого, говорю, не надо, нахуй. Тут я буду страдать за нас двоих. Тут за 3 часа 6 боссов закрывают, лучше не надо, нахуй. А он за кого играет? Он за Лема тоже. А я Энха видела. А у него там 3 спека есть, так что, блядь. Слушай, у него нету холипала, случайно? Нет, хулипала. Хуёво, когда хули шамана. Ты сделаем хули шамана из него. Когда скачет, вообще хуёво. Хули шамана сделаем. Хуёво, когда задержка. Когда скачет, вообще хуёво. Не будет это хули шаман с частичкой. А вот когда скачет. Задержка, да, хуёво. Когда висит, тоже хуёво. Не знаю, у меня стабильно стоит задержка. Стоит? На стабильно стоит, это хорошо. Когда стабильно задержка хуёво. Короче, блять, выговоры ВП Ханту с занесением, нахуй. Личное дело. Личное дело. Полетели в око. В смысле, куда? Да. Ну народу нету, воронки пофармим, блядь. Блядь, ты куда летел на профас? Ну, видишь, 20 людей не собралось даже. Ровно. А можно пока летим, я быстро покури? Кури. Ну, у нас он взятый из слов. Вообще красота, он плюсует, его никто не берет. Ну он вылетел. Да, ну, потому что да нахуй нужен. Залетай, ты нужен. Я быстро покурю. Ну, 5-10 пятого. Утра. Хорошо. 4-5. И я вас. 4-5. Да, шот, на. Хорошо, приду. Девственник или демон? Демон. Девственник. Девственник? Или демон. Бичственник. Ожидаю суммон. Травис сбежал. А еще... Мачера еще нету сегодня. Еще ожидаю 2000 ЕП. Неделя прошла. Что за кубки больше... ВЖД? ВЖД. 900к, говорит, ПМ. Это что такое ВЖД? Да, что-то знакомое вообще. Что за токены? ВЖД. Не помню. Так, а суммон какой-то будет или мне сам улететь? Пёхом. Буду, блядь, ты суммонить будешь. Ну, бля, я в Агримар могу присуммонить без проблем.
Что там в гильдии ничего не произошло, пока меня не было? Ну вот тотальный пиздец. Тотальный пиздец, это ничего не сказать. Ребят, а чё вы этот в Ранкофорум собираетесь делать? Да, пока нету людей. Прикольно. А у нас много рекрутеров в гильду? Чё это такое? У нас только бичи, таких нет. Рекрутер это вот этот... Который крутит. Американский вербовщик. Да этот, это который этот, блядь. Как он? Ковер задавал стиль всей комнате. Заткнись который нахуй, Дуня. Хорошая отсылка. Не знаю, как это связано, правда. Но все равно хорошая. В том-то и дело, что никак. Ковер, скорее всего, машинной вязки. Ковер задавал стиль всей комнате. Блядь, уже никто не делает. Where is my money, Lebowski? Where is my money, shit? Блять, мне так нравится, когда ремейк этой хуйни с тем, как поп ребенка крестит, типа, и макает его в святую воду, блять, и... Ой, кайф просто. Дартис, ты куда? Лети ко мне. Тебе надо успеть тыкнуть на Сумон. Сейчас я тыкну, погоди, подлетаю. Ты не успеешь. Я стараюсь. Все равно не успеешь. Нет. Сейчас, короче, стандартный пинг 160, ну, когда был 60. Ну, 160 нормальный. Ну, вот у меня сейчас 47. Ну, это более-менее, но... Когда всегда был 20. Ну, вот видишь. Тоже 112. У меня тоже за сотку перевалил. Где там лог? О, полетели. Мистер Лока, куда вы проебали всех остальных локов? А нахуй они нужны? Убили. В запой ушли, блядь. На ингредиент разобрали по запчастям. Кому кости отдали? На распыл. Кому шкаф отдали, блядь? Кому плащ, кому шкаф, кому... После последних дней я тоже в запой скоро уйду. Ну-ка выйдите. Что? Этот целка кто-то сидит, посмотрите. Тебе вообще вредно. У нас там целка сидит. Педор какой? Джендис, который так курит. Так неделю курит. Не было, нахуй. Какую неделю? Мне два дня не было. Куни потом придет, возьмем за смой. Кто еще в целка сидит, нахуй? Че нахуй? Кроме Джендиса, нахуй. Еще кто-то, да? Стелси сидит. Кик, нахуй. Йо, бафы, как будто они вместе курить пошли. Ну, все в туалет, нахуй. Вот, все, теперь пускают. Бичи, блять. Глория. Лёха в танк. Слава, я знаю, почему народ не собирается. Почему? Потому что у тебя в календаре стоит воронка фарм. Ну вы же говорили, 100 человек придет, ёбаный в рот. Воронка фарм, нахуй, ты чё, это такая хуйня, бля, охуенная. Там же куски открыть всем надо. Да, всем, только на руках они у кого? У хукмастера, который на работе, еще у кого? И все, нахуй. Ну, я, кстати, тоже сегодня видел Святос. Их объявление. Я был уверен, что когда ты заметишь, ты повеселишься. Да, есть какая-то там очередь, да, на те пятые куски? Да. Ну да. Через полгода заберешь. Да, заебись, да, спасибо. У меня есть приоры, залутать я их не могу, нахуй. Это наебалово, не верь, блядь. Нет, ты можешь залутать, просто мы два куска будем фармить максимум. Все, что написано... Всему верить нельзя, там 50 что-то на 50. Что-то я чувствую, блядь, я на месяц отойду, и точно вы два куска будете фармить, нахуй. Как бы мы не развалились, когда ты уйдешь, нахуй. Ты, главное, завтра будь, чтобы я точно мог с собой быть. Хрели мы развалились. Да, Костя, главное, завтра будь. Не ссы, Костя, это будет замечательно. Не ссы, придешь, нахуй. Мы тут и Баджайну убьем, нахуй. Буду пару раз в неделю заходить и ГП накидывать. Не понял, блядь. Можно ГП. К себе. Буду смотреть, кто там слакает у Слави по видео и ГП хуярить. По ночам, когда все спят. Ты там заебешься, нахуй ГП накидывать. Мне понравилось, когда все спят, блядь, чтобы никто не видел.
Просыпаешься такой, а те ГП за ночь накинули. А тут повис. И Костя потом ходит, блядь, с ушами горящими. Не может ничего понять. Чего у меня три туши постоянно горят? Слушай, там... А что, мы воронки фармим в гильду? Ну, да. Рыбу. Ну, на продажу. Она в ромке. Короче, говорю сразу всем. Боешки, блядь, знаки можете ролить, от воронок отказывайтесь. Идем на гроб лути. Боди, иди. Да. Сейчас метку поставлю. Череп сапни. Кружок сыграли. Я сожалею, боже. Так, а кто у нас? Купят ретрик или в холле поле? Авела нет. Продукс, ты где, блядь? Я в ретро. Переодевался, выходил. Он желтую джагу кидает. А, я не кидал. Да, я кидал. Все, освободил. Это я спустил собак. Ты думал, как Ануба в Соляну нахуй убивать? Только так. Не переживай, здесь я, таких бичей, блядь, давно не видел. Сначала 6 вайпов на этих, на чемпах. Подожди, мы все всех бьем. Кроме дракончик. Угу. Звездного прорицателя в череп сыграли. Просто, Леха, чтоб тебе было понятно, Ануба 30%, я без хила, это, с 3 ДД, и в итоге под конец сам добивал. Так он же отхиливается. Ну вот, я его убил. От одного он меньше отхиливается. Он себя не хилил просто. Нет. Костя умный. Череп сыграл. Мало того, что еще и миликов хилил джагой. А джага, ебать, пиздец, какой у них. Пиздец, ты устал, конечно, наверное. Джагой-то хилить. Да, спотел, наверное. Топ 2 места в хилботе. Топ 3 я был ДПСа, нахуй. На продукс ты мне там еду несёшь. Сюда. Нет. Ёбаный в рот, нахуй. Козел. Так, я буду ману резать. Сейчас столик поставлю, подожди. Смотрите, там легионер в пачке начнет крутиться. Милики, если убить. Слава да. Взломаныч, как дела? Поиграйте в легионера, короче. А что за привычка африкана воронка фармию ходит? Может там демона фапнули, пока меня не было? Кой. А что такое? О, Витя раздуплился. Я бы ведь отсюда уплил бы. Сейчас после этого моба столик тыкните. Мебель поставьте после этого моба. Блять, тыкайте в мебель-то, я не знаю. Зачем мебель тыкать? Ее надо пользоваться. А о, нихуя, аж, блядь, втроем пользуются. Ты говорит, был бы ты другой мебелью, трахнул бы ты другую был мебель. Был бы ты человек. Понятно. Иди нахуй отсюда, грязный мебелиёб. Пиздец какой. Так и запишем. Трешняк, пиздец, я охуел. В этом, как так называется? Так и запишем, что смахают под мулами, да?
Да, да, чтобы не по дороге. Наносит ответный удар, нахуй. Джей, молчаливый боб. Говно пидорское, 80-е говно, блядь. Отстой, пидорский, его. Ты что, не знаешь Jungle Love? Ай-яй-яй, милики. А при чем тут взятый? Да, милики, жесть. Милики, кошмар. Подтянули как, тебя, как просто за рукава. Так, значит, как близко стоял, блядь. Просто за рукава подтянули пацана. Причем ни один милик не умер, кстати говоря, кроме вот стелси, блядь, и взятого. Ну они милики. На туре бичи, блядь. Ну просто, да блядь, демонов занерфили нахуй. Да, поэтому надо... Скорость передвижения уменьшили. Да, невозможно вообще. На туре. Демоны самые картонные милики. Никого не агрим, проходим птичек. Если не знаете, как пробегать, посмотрите, как другие будут проходить. Либо смотрите о нем. Смотрите гайд на ютубе. Записываю прямо сейчас. Дракончиков пока не сагрите. Кто сагрит дракончиков, тот грязный овцы. Кончик. Я принял. Сейчас будет. О, пожалуйста. Плюс бой. Опа, ебать. Ты ёб. Минус бой, ебать. Влог, влог причем, ёба. Все заново повторяем. Кто говорит, не знает, что за сумоним. Да, за сумоним. Давай, беги. Да, за сумоним. Меня сейчас гомосек реснет. Гомосек он такой. Гомосек. Да, это я. Он тебе не только реснет. Могу. Он еще и потыкает тебя там. Он тебя за этот рес, нахуй. Мама, маши ручками так, чтобы я это все видел. Руки из кармана. Руки на стол, блядь. Не горбь. Тебе не нужен гулочный, чтобы меня резнуть. Прикройте его чем-нибудь. Фу, какой он вонючий. Слышишь, он прячет в заднице пистолет. Пусть лежит, хуй с ним. То нахуй друид, идите нахуй, берните меня, не знаю. Нахуй. Ты уже давно бы прибежал. Надо пусть лежит. Уже давно встал и пробежал. Ну я ж не знал, что гомосек будет 20 лет меня резать. Давай. Так ты лег, бля, как пидор, блядь. Он пока еще натыкается, блядь. Почему как пидор? Вон Леха пришел, просто инста меня поднял. Как скажи, не пидор, а пидор. Ну все, я думаю, пора это. Гулять, наверное. Инсталси, добеги. Только тут еще это патруль есть, так что надо осторожно. Череп. Опа, вертушечка. Чувак, какой охотник. Патруль назад. Ждем 25 человек и идем в хэм. Охотец. И делаем ру. И делаем что? Да, забей, он хуйню сказал, как обычно. Патруль. Я сейчас, блядь, сделаю хуйню. Кто б сомневался, нахуй, Костя. Да пиздите ты мне нахуй. Коленки в обратную сторону выверну, ёбаный рот. Нихуя себе, блядь. Неплохая идея. Говно въебался. Да. Он с утреца забыл к этому, блядь, сходить. Как психолог. К аптекарю, судя по всему. К аптекарю, походу, зашел, блядь, сука. После аптекаря, наоборот, там, блядь, приходы, ёбаный. Приходы, отходы, посады. Урги, ресни. Урги. Урги. Барги. Как есть Сергий, а он Урги. Понятно. Ну не Ургей же. Урги. Урж. Ургей, конечно. Урж. Он гетеросексуальный. Натурал. То натурал плюс чат. Я понял. Понятно. Блять, ну тогда видео начал всякую хуйню нести, там про запретные слова. На ютубе на видео написали что-то 18. Стойте здесь, не лезьте нахуй. 18+? 18+, видос. А шо нес? Всякую хуйню про пидоров там. Блять, за угол встаньте, а? Танки, мачка.
Кто-то допиздится и получит ХП нахуй. Угу. Моча съела говно. Таких пунктов нету в правилах, так что хуй. Танки моча. Увидеть. В регламенте сейчас не прописано. Говорит. Сейчас пропишу. Как говорится, от себя тем. Вот пока не прописано, ебать не должно. Я могу мут ебать, короче. Гомосеку. Ну-ка будет он. Не натуралы моча, она. Стан здесь пыльте. Да стой, курить хоть. Хилы моча. По над стеночкой пробегайте, больших не агрите. Кто сагрит, тот моча. Пните деда туда. Кристалл теплый. Что, блядь? Теплый. Могу, что ли, уже? Близнул. Ну пробегал, типа, блять, сбоку греет. Понял. Я уже сомнения закрадываюсь. По поводу. В адекватности, нахуй, вообще хотя бы в малейшем. У тебя только сейчас такие сомнения возникли? В смысле, какие сомнения? Все сразу понятно было. С первого дня. Я понял. Опа, первая БЭшка. Сюда, мне это надо. Давай. Кристаллом дороже он выходит. Я эту хуйню заебался продавать. 40 голды, 50 голды, блядь. Я говорю, проще на раз. Диспелишь, и кристаллы дороже выходят. Такой-то хуесос еще на один серебро скидывает, и приходится каждый день переставлять, нахуй. Взято, тебе дело здесь, нахуй. Деда, это был у я, извини. У нас кто-то воронки продает, нет? Витя, иди, веди. А, я понял. Чё, локов нету? Лок есть, но он АФКшит, падла. Сука, сволочь, падла, тварь. Кто АФКшит? Я понял, нах, работаем. За угол встань. В нашем случае подрабатываем его. Бля, его перевернуло, короче, ловите, бейте. Он очнулся. Я решу. Кого это перевернуло? Ну я же не в бэме. Перевернуло это. О, теперь у нас появился АПК хороший. Ну там уже я побежал. Взятый, ты тут? Ловите, они бегут. Что-то ты мало привел, не? Ну, пачку одну. Взятый, блядь. Да что тебе взятые? Да я уже вожу, там нормально. Он водит. О, пролагало. Нормально. Два пака веду, Кость, будет? Хороший. Да. Да, веди. А три надо? Три. Ну, три пока не стоит, я думаю. Вон, Слава на грудь три примет. Там два. Да, бежит. Потом шпингалит и лук могли. Ну, хильте активно. Да, Слава? Сейчас лицо сломают. Танк дитпыльте. Немножко занят. Немножко, да. Авелания, да. Гомосек, там вот эти вот занимаются. Мечетки кидают. Вот эти вот бичи. Чисто. Ты меня замут грозил, ничем я не занимаюсь. Давай диспори гомосятина.
Понял нахуй. А вот только это, бегу показать. Я себе, блядь. Блин, похилька, да. Вот это, блядь, жестко было. Где ты тут гамма? Глеб, если чё, в ретрике, на секунду. Я ему все равно доверяю. Глеб, давай хили, солнце еще не село, нахуй. Сейчас ты мне сядешь на бутылку. Бутылку. Я посмотрю. Давай. О, можно поезд такой? Ну что, говорит, уставился? Начинай сосать. Ну или отсос. Ну или да. Я говорю, да, говорит, ты ему отсосешь, я буду смотреть и дрочить. Это где это такое было? Джей, молчаливый бомб, блядь. А, это ж класс. Есть ответный удар, да. День еще молодые. Добили, нет? Били, да, види. Да. Ну все, два последних вроде. Это классика. Это быстро. Блядь. Бля. Вы все там, у тебя кусака там застрял в текстуре, ну, немножко. Правда, у меня все в порядке. Курим дурь, дуем шмаль. Дуем коку, пиво, пьем. Покупаем, где продаем. Кто продает? Мы продаем. Я ты, блядь, ебал где-то шарит. И чувак, отсыпь на забивку. 15 баксов, чувачок. Гони. Сейчас вон, обновим. Достаешь свой глаз нахуй там. Шоколадный. Мыши шоколадные. О, он его достает. Пальчиком. Ванальчик. Ну нет. Это а куда? Че там, Витя, все? Да. Сейчас ты быстро. Что, блядь, выросло, то выросло. Что верно, то верно. Блядь, Тёма, помрачительное количество воронок. А чё, ноль воронок? Угу. А чё, почему бы и нет? Целый ноль. Просто их незаметно спиздили. От больших дохнем. Фильм. Только не хильте, умрите, примите смерть достойно, но. Что, надо умирать, да? А вот еще патруль, да. Тут есть наверху. Куда мы побежали? Можешь их позвать. Они далеко. Дохнуть. Да, они недалеко, они. Ты Костя, диван там себе сними. На. Кому делать нехуй, блядь? Это я кинул. Ну, чтобы, блядь, не ломать броню. Че, починка-то не бесплатная, блядь. Хуя, 33 941 если дома. Сколько? 33 941. 50 голды ебать на броню, это ж пиздец дорого, блядь. Дорого, пиздец. Да мы вайпаемся реже, нахуй. Ну я так не сказал. Лёха, подержи. А чё, все упали или чё? Я не могу понять. Там на ком-то диван еще висит. Консилятор, диван себе сними. Вы чё, блин, дрочите, что ли? Все, вставайте. И не заходите. Вон, пока. Вон там мамонт стоит, чинить. Блять! Сука! Все. Там нехуй делать, вам скажут, как это зайти. Выходите. Правая руль, короче, левая жопа шикачу. Рыбный дед. Любой БМВист. Три минутки отойду. А ты заебал отходить, а? Ну, кто виноват? Я отойду? Ты не виноват. Я. По кружку. Вороны просто отказываемся же, да? Да.
Болибаня. Сейчас буду, сейчас я на новую. Хуй, на. Маныч, как дела? Все, я пришел, Костя, хватит ныть. Да хватит ныть, блядь, пришел я уже. Че, у вас отдельный канал, да? Да он мне в ПМ пишет. Ага. Я в ПМ ничего не попутал. Точно пишешь. Просто не мне, но я чувствую, что пишешь. Это дом. Опа. Такой. У них установилась какая-то связь. Ментальная. Ментальная. Яичная такая. Анальная. Завязывай. Каждому твоё. Ты какая еще бывает, да? Перечислим, ебаю. Ну, у кого как. Валентная, полярная, не полярная. О, блядь, ЕГЭ по химии, 9 класс, нормально. 11. Не в мед собираешься? Мед, варить мед. Да уже, блядь, по второму кругу. Второму кругу, нахуй. Да, второму очень приятно было бы. Это типа высококачественный мед, да? То есть очищенный такой. Да, на два раза. На первом круге он маршал милики. Будет БШ. Будет БШ, да. Это как спирттехнический полома, да? Замораживает пропуск. Давай, дед, расскажи историю какую-то. Какую историю? Не знаю, какую. Из молодости, из детства. Как на работе там что пиздить? Пиздить? На работе только спит, ну. Да. Работа у него вот сейчас. Так, для души. Хобби. Дракончик сколько не агрить. Как ты сказал, хоббит? Хоббитцы. Жалкие хоббитцы. Они украли его у нас. Моя прелесть. Ну, только реально ворохнуть. Стойте, отойдите назад. Нихуя. Блядь, я холодзек, сука. Я бля, умею в это играть. Ты чё, блядь? Я понял. Я даже не ГГ, ребята. Ну это ГП. Мы все проебали. Заходите там за угол. Уводите эту курицу. В этот, а что вы делаете? Вы ее согрели? Проход ее. Ну, а продексу делать некуда. Взятый, забеги внутрь. Гомосек не зацепил. Пиздеть на меня не надо. А то, что я сделаю с тобой? Я ничего с тобой не сделаю. Забей. Хильте нахуй. Где он, КД? Назад. Я себе СС впизошу. Бля, второй. Вторую курицу привели. Вы что, на приколе, блядь, я там? Я под СС-ом, я под СС-ом.
И надо, чтобы роги свалили в инвиз и код. И тогда будет норм. Просто, блядь, умрите нахуй. Я не знаю, что, блядь, угораете нахуй. У тебя бой, говорю, Слава? Не знаю. Ну, бой у тебя есть, нет? Ну, да вроде нет. Могу рыбу. Там на призе не диван. Сейчас, типа, их разъебет, может, да, нас прям. Даркис бабл врубил, блядь, умри. А что это за Даркис? Новый паладин какой-то. Да на всех воронках фармов такая залупа происходит, нахуй. А чё вы не можете, нахуй, постоять, подождать, блядь, пока вам скажут бежать? Или чё, блядь? Это всё ты виноват. Опа, уходи. Фарма здесь плохо. Козлы, прикинь, стоял нормально было всё. Кажется, я понимаю, почему на воронкофарм никто не хочет приходить. Да нахуй такой воронкофарм нужен, нахуй, если мы падаем и лежим просто так. Ну я ебал, типа, нахуй. Слава. Че? Сходи, чайку налей. Отсюда. Хорошая идея, да. Ну-ка. Где кретинус умон? Мне интересно, откуда комбат, нахуй? О, пташки летят. О, да, заебись. Пиздец, вы заебали, нахуй. Кому делать нехуй? Надо сдохнуть всем просто. Надо нормально пробегать было, не агрить ничего. Я в ахуе. Лежите, бидон сейчас станет. Никто не бежит уже сам. Сейчас вам, блядь, всех суманут. Старый, что там, блядь, обнаглел, нахуй. Да. Ну что, хуйня ему это не нужна. Пусть отдыхает человек. Блядь, пошли в склеп 10. Нахуй тут быть. Так кринжу уже хватает. Опа. О, что добро. Блядь, вам что, не доходит, нахуй? Блин, с чуваком, который из двух кнопок выбирает, блядь, с потом на голове. Отказаться, чьи себе забрать. Стойте, чё-то. Дай Косте инвизибл пати. Сейчас, секунду. Там выйди. Мы, говорит, блядь, за Сибири в желтый кружок ходили, нахуй. Ты заебал лутера или шапку вообще, дай. Потом гуляй хоть на полчаса. Вы же на групп лутишь ли? Или чё? Что случилось? Да, на групп лути идем. Воронки пиздят. Просто кости нужны воронки. Кто пиздит воронки? Все подряд, нахуй. Ну, обе ухры. Так сколько воронок выпало? Ухры. Две. И кто их забрал? Сейчас они у меня. Всё. То есть ты забрал? И тут развёл, да? Давай. То есть хули ныл-то? Он пиздит воронки у нас. Ай, хитрый, блин. Я, не знаю, на группу тебе хорошо ходить. Удобно. Я 25 очень. Обычку такой одел. Ну, воронка. Но начинается он, видишь, блядь? Мне это нужно, нахуй. Подкрутка. Ладно, тогда и мне нужно, нахуй. Да, блядь, просто ГП, нахуй, дайте людям, которые не едят это. А вдруг кто, говорит, забудет? Нахуй. Двое получат ГП, остальные не будут забывать. То я это же... Это же... У меня, Костян. Это же, блядь, время. Только ханки на чем прикол идти на воронку фарм, типа, подыть. Взятый, доставай глазик свой. Локовский, веди трэш. Ха-ха, глазик достать. Можешь шоколадный там, я не знаю, чем хочешь. Только блядь, не патруль.
Артём, только не под... Да, там бродячий патруль. Только не в глаза, нет. Вон, справа пачку сразу веди. Там две можешь вести. Костя, дай пачку. Зал... А, нет, у нас деда нет. Я тебя кидал, ты в крепости находил, не может проглотить. Где ты там? Что-то я тебя вообще не наблюдаю. Блять. Они не агресса, сука. Ой, я понял. Короче, убирай глаз свой. Давай я в стелсе под триксами. Да я уже вон. Сделаю сейчас. А, ах, вон бегут. Класс. А что ты говоришь, не агресса? Я не бегу. Они мне просто впиздошили. Угу. За угол встань. Веду, давай, давай. Просто я пока в упор к ним не встал, они не реагировали. Там дисплей, Глеб. Да. Глеб там, вот. Или Рома, там дисплей. К сожалению, я играю одной рукой. Но я надеялся, что Глазик выживет. Да вторую руку это, на стол второй подними. Я за голову держусь, блядь, потому что она болит. Или за головку. Хватит котенка гладить. Лучше бы, блядь, уже котенка гладил. Киску. Или киску, или сразу же двух, например. Это я понимаю. Блянь, сука, собаку убили. Как ты сказал, он перевернулся, да? Я тебя сейчас переверну, блядь. С прогиба просто пета кинули, блядь. Хороший был Марк. Блять, можно было бы тыкать один-один, и щиты вы сами кидались, на кого надо? Можно. Охуенно весело было скрипт бы играть. Есть. Мышкой только в воде, можно, в принципе, по моему соверу тыкать. Опа, карта. Пошла в жопу эта так карта. Так вот, что ты делаешь? Как там Урги вчера папа говорил, Лёха, этот, Войт тогда хуём играл одним. Не, так им играю, я бы. Много объясняет. На это думаю, что рейд падает. Скажите, кто это сейчас говорил? Кто говорил? Эти звуки странные, смех на заднем фоне? Да, да. А вот я хз тоже. Мне интересно. Там дисплей, а? Паладин, ёб вашу мать. Ты дисплей, у дисплей. Не трогай матерей паладинов. Это крепкие мужчины. Не оскорбляй их. Здесь дом. У нас нет матерей. Что, блядь? Бля, это ты там это про себя говоришь. Это гомозек, да? Нахуй. У него два отца. Три. Три это уже три перебор. Три все паладины. Два отца Династь. Одинаковых с яйцами. Нормально один был один другой ДК, да? На яйца вы близнецы. Ну, типа... Кто крякает там нахуй? Не слышали? Утка. Утка. Нет, блядь. Бать, это у кого? Ну, блять, поехали, давай. Заломаныч хуярит, блять. А, вот эту ты херню сделал. Ебать. Сука, блять. Муть всех подряд. Вы... Нет, нет, ты не сможешь замутить. Там надо мутить звуковую панель. Это надо... Смотри. Нет, 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 нет. Просто мутишь звуковую панель именно от человека. Убирайте вот. Нахуй ее отсюда. Сразу. Вот кто добавил. Во-первых, стопнули эту всю хуйню. Во-вторых, менеджера всех снимаю нахуй. Так. Опять. В-третьих, где звуковая панель? Быстро мне показываем. Саундборд. Какой даун это сделал? Сразу мне скажите нахуй, иначе, блять... Ты дашь коза, как это делается, кстати. Сейчас нахуй. По идее, это где-то в настройках канала.
как-то ставится. Сука, даун ебаный. Кто тыкает нахуй это? Че, еблан совсем или че нахуй? А че это такое вообще? Звуковая. Это новая функция Дискорда. А, понял. Не. Хикать. Ну типа ее здесь нельзя оставлять. Не, можно ее просто замутить, да и все. Вы что там? Умираем. Ну, вайп, все отвлеклись на звуковую панель. Там и решили потопить с нее. Леха, здесь пыль. Воронка. Че, он у меня выглядит как паладиновский каст какой-то, блядь. Я один это вижу, блядь. Да. Там, кстати, все. Все. Все, у кого воронка? Да. Она еще в этом. Еще в этом лежит. Дима, убирай нахуй. Так проблема вся в том, что это не я, это добавил сам Дискорд. Это хуйня Дискорда, блядь. Эту хуйню даже нельзя с сервера убрать. Ее можно только... Да, кстати, Слава, я посмотрел, ее с сервера нельзя убрать. Ее можно только замутить, нахуй, и все, блядь. Да, каждый для себя должен ее выкрутить. Каждый открыл ее, сделал бронус на минимум, все. Умираем? Да, идем умираем. Это не убирается. Это дополнительная функция, да? Да, там есть, вот где ракета в левом нижнем углу, там есть правее ракеты сразу. Сейчас звуковая, нахуй разберемся, нахуй. А, что, вижу. Да я уже посмотрел. У нее правая звуковая кнопка. И звук в ноль. Да, нельзя, правой кнопкой мыши убрать. Нажимаете и звук в ноль убираете. Угу. Мне нельзя убрать эту хуйню. Ты добавил, да. Это фича Дискорда, типа, блядь. Сейчас типа, нахуй разберемся. На тебе, Глеб, ну, в отместку. Ну, ты думал, какого хуя, блядь, оно вылазит хуй там, блядь. Падайте быстрее, падайте. Разберешь, ты, блядь, с плешью на голове разберись. Встаем, мы выходим. Сорян, ФП, я еще не умер. Пока там минусовал. Че это за вар? Какой-то ёпсель. Все. А, улетел, впал. Мы с Вадиконом решили, что он не нужен здесь. А хули он красный? А это за Сибири, чел. Зря убили. Да? Ну, похуй. Брок, тебе какой-то ник знакомый. Подойду, попрыгаю, блядь. Не надо, не надо. Ну-ка, теперь попробуйте звуковую панель использовать, нахуй. Вот у меня лично она вообще пропала. Работает. Ну, я звук. А, кто это сейчас? Кто это сейчас нажимал? Она пропала сейчас. Ты попросил, я и нажал. А сейчас еще раз нажми. У меня она пропала вообще. Пропала, тоже пропала. Сейчас, погоди. Да, у меня, да. Слышно. Сейчас, нахуй. Да все, не дрочи, ебаный урод. А ты типа права убираешь на эту хуйню или что? У меня пропала тоже. Ну, сама иконка пропала, в смысле? Да, да. А, это заебись. Угу. Ну все, сейчас, дед шамань там. Че там? Все вышли, нет? Дед и стелс. Призен, посмотрим. Не, ну менеджеры походу смогут эту хуйню делать, они обходят эти. Да, ну, значит, и хуй так-то. Значит, ну все, блядь, три менеджера всего. Тот... Это ты, Мурлокос и Холидрин. Короче, проще будет, да, вычислить, кто это. Остальные делает. Не должны тыкать. Но... ГП всем трем. Этот самый нахуй, разбудь. Я понял, Вадикон, нахуй. Ура, я выбрался. Сейчас обратно пойдешь. За шо? Ты героин становил? А что, сколько было? Четыре? Четыре. А у нас еще какие-то есть? Кого? Воронки пока. Где стелси? Ёб твою душу. А что ты? Все, нету, да? Да ну ничего, у нас же есть неоткрытые куски сразу давать, чтобы усилялись. О, какой-то... Нет. Не надо, не бей его. Не бей. Нет. Да. Нет. Так, к концу КД посмотрим.
Потому что я 1 числа пропаду на месяц. Вам надо еще...